Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, обычный Майнкрафт, да. В принципе, в прошлом эпизоде мы были в шахте, да, надыбали немножко ресурсов. Вот, я уже сделал тут небольшой такой подъем, чтобы каждый раз не... Вот, ну, конечно, подъем не очень. Потом его... Ну, я потом, конечно же, сделаю какой-то тут красивый мост, чтобы отсюда так подниматься. То вот это как бы начально, чтобы каждый раз не подниматься вот так по горе. Просто вот... Более-менее быстрый способ. Быстрее, чем тот. Просто такая дорожка. Ну, чуть-чуть быстрее будет. Так, что я хочу? Я уже хочу, наверное, сделать основание стены, как бы замка, возле этого, как его там, возле деревни, да. Давайте. Ну, немного, конечно, но, в принципе, пускай будет пока что. Да, конечно же, я буду... Нет. Я буду это делать стоунбрика. Вот так. Сколько у нас? Ну, два стака уже есть. Это уже более-менее нормально. Так. Тут у нас еще. Тут у нас еда. Тут у нас ресурсы. Тут у нас... Нет, давайте все-таки, наверное, тут у нас будет хлам. Ну, не хлам. Хотя хрен его знает. Не, пускай все. Пускай это будет вот так. Тут нужно сделать для... земли. Сейчас я как раз делаю. Я вырубил там парочку деревьев. Что я делаю? Вот так. Вот так. Это у нас вот так. Впускай будет. Сколько там? 4 сундука. Нормально. Так, так, и тут... Тут. Так. Тут мы сделаем вот так. Сейчас я как-то это... Нет. Не так. Ну да, тут у нас уже задний вот этот проход. Сделаем его вот так, чтобы открывались сундуки. Вот так. Отлично. Так, тут у нас... Тут тогда земля будет. Хлам я... Ну, не хлам, эти все ресурсы я куда-то потом уберу. Опять стукнул микрофон. Извините, дорогие друзья, если это было очень сильно слышно. Давайте сейчас. Что у нас там уже? Вот так вот. Давайте еще возьмем немножко камня. У него и так... У меня и так... У нас как бы и так его дохренище, так что... Так, 30 уровень уже, нормально. Вот так. Так, сейчас давайте все-таки... да, давайте все-таки мы пойдем сделаем основание хотя бы. Вообще, как бы посмотрим, что там получится. Так. В принципе... О, я как раз тут немножко так заделал. О, да. Нужно нам будет пшеничку потом. Семена пшеницы. Мы же ферму будем делать, да? Мы же фермочку будем делать. Так, отлично. Текстурки. Еще раз давайте посчитаем. Это у нас, если вот так считать. Хрен его знает, как это считать. Ну, если без этого, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ну, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ну, если так считать, то сотни 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. А если считать, значит, это 61 получается. Потому что я первый блок, вот как бы, начало вот там не посчитал. Вот так. Что тут у нас? Шахта. Ну, паучина, паучина, паучина. Нужно бы идти поспать. А чё я ночью как какой-то бегаю? Хотя, нет, идем мы поспим все-таки. Вот всякая нечисть тут уже развелась. Кто-то там стрелял. Так, да, идем быстренько поспим. В принципе, если у нас так считать 60, да, я не знаю, нормально ли это будет. 60. В принципе, если что, потом можно будет увеличить, я так думаю. Сейчас. Все, отлично, поспать можно. Зомбарей нету, в смысле, монстряков рядом нету. Так. Если там у нас 60... Сейчас. Если там у нас 60, то бишь в ширину, то в длину не знаю, сколько можно сделать. Тоже где-то 60. 70, 80. Ух, это все... Вот ты в теньку спрятался. Это, мне кажется, нужно будет все выровнять. Стена же так не будет идти вот так криво, да? А как она будет идти? Ну да, она вот таким ракурсом будет идти. В смысле, сейчас. В смысле, вот так. Тогда давайте посчитаем сейчас. Пойдем и сюда. Ух ты, вот длинная стена будет, мне так кажется. Сейчас мы это все посчитаем. Посчитаем. Если тут вот это, то тут... Твою мать. Вот так. Если 1, 2, 3. Да. Потом 4. Потом 5, потом 6. 1, 2, 3. Вот. Тут будет стена начинаться. Сейчас. Где у нас тут заканчивается? Где у нас тут 60? Тут. Не, ну в принципе, пускай будет, да. Сейчас, тогда мы уже можно вот так. Я еще раз, дорогие друзья, скажу, это строительный сезон, то бишь, кому нравится добывать ресурсы, играть в обычный Майнкрафт, строить, иди отсюда. То бишь, исследовать Майнкрафт, то можете смотреть. Кому нравится, в принципе. Так как я действительно еще не очень знаю вообще все, что можно делать в Майнкрафте, поэтому... может, уже кто-то большой эксперт, уже все-все-все сделал. Ну, в принципе, есть такие, но... Я говорю, я еще не очень что много делал в Майнкрафте. В принципе, я в обычный Майнкрафт почти что никогда не играл. Ага, значит, вот так. Тут мы сейчас выровняем. Вот так. Сейчас мы уже сделаем основу.
где у нас там? Где у нас... А, ни хрена. Так, если... Нет. Тогда нужно еще на один веш. На... Вот, еще есть. Отлично. Тогда вот эти деревья нужно срубить 100%. Так как они тут будут мешать. Давайте мы сейчас срубим быстренько хотя бы парочку штучек. Они такие громилы, что... Сейчас, давай. Большие очень деревья. И жирные, 4 блока, ни хрена. Пока я это срублю, и топор сломится 100%. Или нет? Ну, это дерево 100%, что не сломится, но ближайшее, что я буду рубить, сломится. Сломится. Сейчас. Мы это доделаем. В принципе, дорогие друзья, так как я говорил, наверное, это будет такой более познавательный сезон, то бишь я тоже буду немножко рассказывать о себе, так как я думаю, большинство людей даже еще не знает, как меня зовут, так что сейчас я, наверное, быстренько это все скажу, что и как. В принципе, зовут меня Эдуард, Эд можно называть, так меня, в принципе, и называют. Мне 18 лет, так как многие спрашивают, сколько тебе лет. Сразу говорю, 18 лет, все, больше можете не спрашивать, если, ну, если, конечно, это посмотрите и узнаете, сколько мне лет. 18 лет. В принципе, жил я в Украине, долгое, ну, 15 лет жил я в Украине, потом переехал в Португалию. В данный момент я живу в Португалии. Действительно, не думайте, что я там выкалываюсь, так как многие, знаете, спрашивают, где ты живешь? Я говорю, в Португалии. О, а что в Португалии говорят, разговаривают на русском языке? Да, на французском разговаривают. В Португалии разговаривают на португальском языке. Я не родился в Португалии, я переехал туда. Вообще, я думаю, это логично, но есть такие кадры... крендели, которые говорят, что а что там на русском говорят, да, на китайском. Так что, в принципе, живу я в Португалии. В принципе, не скажу, что так идеально я знаю португальский язык, но, как сказать, более-менее я знаю, потом могу что-то поговорить на португальском, но сейчас что-то нету как-то настроения. В принципе, что я могу еще сказать? Что-то себе, ну, в принципе, что я люблю, например, какой стиль музыки, да, люблю я, конечно, люблю я только рэп, не знаю почему, но почти всю жизнь, начиная там с 7 лет, я слушаю только рэп, прикиньте, рэп. Любыми исполнитель, конечно же, американец, конечно же, Eminem, русский рэп, ну, я думаю, вы сами знаете, что такое русский рэп, даже... А, мне стоит говорить так, где у нас тут стена? Ни хрена себе, сколько мне там еще копать нужно. В смысле, вырубывать деревьев. Если так читать, то Эминема я уже слушаю, можно сказать, лет так 8, прикиньте. Первую песню я его услышал, конечно же, Lose Yourself, ну, кто знает Эминема, кто его слушает. Я думаю, все его знают, но не все его слушают. Это первая песня, которую я услышал. Я это слышал у своего отца в машине, когда мы ехали. Это я помню, как не знаю что, я помню в тот момент. Я помню, я его слушал долгое время, но потом что-то забросил. Как-то перестал его слушать, не знаю почему. И начал слушать, короче, русский рэп, прикиньте. Ну, послушал немножко, послушал. Потом что-то пару лет назад опять меня пробило слушать Эминема. И опять понеслось. И сейчас... Кроме Эминема я ничего не слушаю. Ну, может, Jay-Z еще. С кем он, в принципе, иногда фиты делает. Так, секунду. Что-то у меня подсчет как-то сбился. Значит, на один блок еще выше нужен. На один блок выше, твою мать. Так. Ну, если так читать... Нет. Что-то я запутался.
Это тогда все еще выравнивать нужно будет. Сейчас, секундочку. Если вот так, то это все нужно будет еще поднимать на один блок. Так, это нужно будет снести вот эти все дома. Не буду я это вот так оставлять. Я, наверное, немножко переделаю. А вот это тут, твою фуражку. Да. Фиг его знает. Это все, наверное, будет нужно поднимать вот до этого уровня. То бишь вот так. То бишь вот так. Это нужно будет все поднимать. Или можно пустить на один уровень ниже. Сейчас я посмотрю. Как типа меньше работы, чтобы было. Ну вот тут хрен его знает. Я думаю, так будет. А с той стороны мы это все поподнимаем немножко на пару уровней. Вот землю. Это что-то как-то я не рассчитал, что. Давайте. Так, что тут? Тут у нас вот так, то бишь. Ух, ни хрена себе, это все нужно будет поднимать на такой уровень. Ох, ладно. Так. Нужно было там на паузу поставить, я в то время немножко тут это все сделал. Парочку блоков поставил. Главное, чтобы тут черти всякие сейчас сзади не подошли, это уже темнеет. Так. Обычного камня у нас уже нету. И в принципе, дорогие друзья, хотя я не знаю, в принципе, еще можно пару минут сбегаем домой или нет. В принципе, если так считать, тут более такой большой замок у нас будет, если что, не проблема потом где-то сделать дырку, еще немножко его увеличить, да. Давайте так, что сейчас. А вот тут, я не знаю, тут такой спуск идет. Твою мать, собака гавкает, извините. Давайте так. Нет, в принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончу. В принципе, до следующего эпизода я, может, тут уже сделаю немножко стену, чтобы меньше работы было. И, в принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.